А где же ты трое суток? Да послушай ты! Да послушай ты меня! Бегай! Пусть он идет! Что же вы, ребята, делаете? Нельзя же так, нельзя. Нельзя так. Ну, зачем же ты? Ну, зачем? Что мы не верим тебе? Нам правду надо знать. Что? Что? А я? Я что, не хочу знать? А вы? Несправедливость происходит у вас на глазах. Как вам свойственно реагировать? Ну, если я в силах предотвратить это, то я стараюсь вмешаться. Ну, по крайней мере, было много эпизодов, когда я не оставался с тобой. С высоты вашего возраста и звания вам есть за что стыдно? Конечно. Есть, конечно. Очень много за что. Серьезно? Конечно. Если человеку ни за что не стыдно в его жизни, значит, он либо не жил, либо он не способен оценить свои действия, посмотрев на себя со стороны, с высоты, опять же, своего возраста. А чего или кого вам не хватает в вашей жизни? Как и каждому человеку на данный момент, мне не хватает твердой уверенности в светлом будущем. Я не знаю, я вот скажу так, что когда я возвращался из Боснии, я чуть от радости не заплакал, когда увидел нашу широкую колею даже просто в ЧОПе, когда спустя 5 месяцев. Настолько меня ностальгия замучила. То есть я знаю, что такое ностальгия. Вот, наверное, это сродни же чувству любви к родине, правильно? Что такое честь офицера? Она либо есть, либо ее нет. Ее чувствуешь внутри. Во что вы твердо верите? Разве можно быть твердо убежденным в чем-то, как, по-моему, кто там, Томас Джефферсон сказал, нельзя быть ни в чем уверен в этой жизни, кроме смерти и налогов. Ну вот налоги я, в общем, с налогами быстро не сталкиваюсь, а вот то, что мы все умрем, в это я верю совершенно твердо. Вы умеете прощать врагов? Они у вас есть? Врагов у меня немерено. Вот, даже личных врагов у меня немерено, вот, но прощать я действительно умею, но не сразу, конечно, не быстро. Когда честь дороже денег? Практически всегда. Я очень ценю честность, мне очень тяжело жить среди лживых людей. Ну, среди тех, кто лжет, очень тяжело. У меня с ними ничего не получается. Я могу перетерпеть любых людей, злых, но лживых нет. Ложь, она всегда рождает все остальные грехи, как говорится. Как бы даже исходя из Евангелия, кто у нас отец лжи?